бывший министр иностранных дел Польши Витольд Вашиковский в интервью «Европейской правде» предложил Украине способ возвращения Крыма. По словам политика, для этого стране нужно встать на европейский курс. Вашиковский заявил, что жители Крыма сами изъявят желание вернуться в состав Украины, если в государстве будут решены экономические проблемы. Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту. Тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы руками и ногами за возвращение назад на Украину, отметил политик. Он также подчеркнул, что экономическая ситуация в России находится в очень тяжелом состоянии, поэтому, по его словам, Россия может очень быстро потерять свое могущество. Через некоторое время ситуация может кардинально измениться и вполне возможно, что в пользу Украины, пояснил Вашиковский. А как вы думаете, оставят ли в покое тему Крыма? Обязательно напишите свое мнение в комментариях по этому поводу. Мне будет очень интересно его узнать. А также, если вам понравилось видео, оцените его лайком, колокольчиком и подпиской на канал, чтобы быть в курсе всего самого нового и самого сочного. Всем удачи! Всем пока-пока!